Ежегодно в море выбрасывается более 800 тонн пластика. Что, если бы он просто превратился в нетоксичные компоненты? Итальянская компания BioOn, возможно, нашла ответ. В 2007 году группа предпринимателей основала BioOn – стартап по производству новых 100% экологически чистых материалов. Основа их успеха – это высококвалифицированный персонал, в основном биологи и химики. Их изобретение позволяет использовать возобновляемые ресурсы и сельскохозяйственные отходы для производства органического пластика или полигидроксиалканатов, сокращенно ПГА. В сотрудничестве с ключевыми международными научными и экономическими партнерами их ценный продукт был протестирован на устойчивость и возможное применение. BioOn PGA – это линейный полиэфир, который в природе вырабатывается непатогенными и генетически немодифицированными бактериями. Бактерии питаются всеми видами сахара, производя запасы энергии – ПГА. Процесс создания ПГА абсолютно безопасен и устойчив. Он происходит без применения каких-либо химических веществ. Высушенный порошок ПГА может быть окрашен и гранулирован, как обычный пластик на масляной основе. Использование гранул и порошка ПГА очень разнообразно. Например, в косметике, фармацевтике, упаковке, одежде и умных приложениях. Но и это еще не все. После использования этот органический пластик за несколько дней превращается в нетоксичные молекулы и метаболиты. Независимо от того, оказывается он в почве, речной воде или море. Эта успешная компания выдает лицензии на эти технологии клиентам по всему миру и в то же время продолжает исследования для увеличения объема используемой биомассы, создания производственных стандартов и поиска новых областей применения. Как показывает история BioOn, инновационные, новаторские идеи могут изменить многое. Так что не бойтесь сойти с протоптанной дорожки. We'll be right back.